В Алматы открылся еще один ресторан «Бургер Кинг». Как известно, эта сеть быстрого питания славится во всем мире высоким уровнем обслуживания, великолепным вкусом, знаменитых сэндвичей и, конечно же, доступными ценами. Рестораны ежедневно посещают 11 миллионов человек по всему миру. Где еще в Алматы поклонники популярного ресторана теперь могут вкусно поесть? В сюжете Нургали Карабаева. Девятый по счету ресторан компании «Бургер Кинг» распахнул свои двери. Ежедневно пообедать любимыми сэндвичами сюда приходит по 500 человек. Все, кто уже успел полюбить этот ресторан, знают, что здесь всегда ингредиенты высшего качества, неповторимые фирменные рецепты и профессиональный сервис. Мы рады сообщить вам, что в ТРЦ «Достык Плаза» открылся новый ресторан «Бургер Кинг». Мы ждем вас каждый день с 10 до 12 часов ночи, старых и новых гостей. Новый ресторан находится в самом центре Алматы, на пересечении улиц Достык и Жолдасбекова, в торгово-развлекательном центре «Достык Плаза». Кроме этого, по городу имеется еще 8 заведений «Бургер Кинг», а также 3 ресторана в Астане и по одному в Актау и Актобе. Как и всегда, фирменным блюдом ресторанов «Бургер Кинг» считается сэндвич «Воппер». Это котлета, приготовленная на открытом огне со свежими овощами. Пожалуйста. У компании большие планы не только на этот, но и на следующий год по расширению сети быстрого питания. Теперь у нас по Казахстану 14 ресторанов «Бургер Кинг». Помимо этого, у нас имеются грандиозные планы открытия на этот год и на следующий. Только до конца года мы планируем открыть еще несколько ресторанов в Астане, Актау и Алматы. Строительство этих ресторанов сейчас идет активным ходом. Но это еще не все. В конце года «Бургер Кинг» планирует запустить в продажу новый сэндвич «Стейк-хаус-бургер», который популярен в Европе и Америке. Нургали Карабаев, Думан Сулейменов, Информбюро, 31 канал.